В соответствии с частью 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации, при вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу, установленную Конституцией Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.